Мирнинский боксер завоевал золото на всероссийском турнире по боксу среди юниоров в Томске. Соревнования посвятили Международному дню бокса. На турнире собрались 66 юниоров из Мирного, Новосибирска, Томска, Барнаула, Хакасии и Кемерово. В финальном бою мирнинец Рамазон Мамаджонов одолел соперника из Новосибирска и занял первое место. В конце октября боксер отправится на Кубок России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.